На последнем в уходящем году планерном совещании, которое состоялось в администрации района, была проведена приятная церемония награждения специалистов, ответственных за развитие социальных сетей в районе. Глава муниципалитета Заур Хамирзов поздравил всех с заслуженными наградами. Затем участники совещания перешли к рассмотрению важных вопросов повестки дня. В свете предстоящих новогодних праздников особенно актуальным стало обсуждение организации праздничных мероприятий в образовательных учреждениях с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Внимание участников совещания было сосредоточено на этом аспекте. Кроме того, по остальным вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения и были оговорены сроки их исполнения.